Привет, я Стас Давыдов. Сегодня 6 декабря, Международный день канадской енотовидной собаки. Сегодня большинство из вас в честь праздника соберутся после работы или учебы и пойдут тусить в клубы. Кто-то просто посидит дома с бутылочкой виски, а кто-то будет весь вечер празднично втыкать в интернет. И лишь единицы погуглят и выяснят, что не существует никакого дня канадской енотовидной собаки. Алекс ТМ прислал популярное сейчас в интернете видео про гусиное цунами. Не очень понятно, что это такое. Ну, это когда как-то вот так. О май гад! Жили у бабуси 15822 веселых гуся. Или как там было? Гуси-гуси, га-га-га, есть хотите? Ну вас на. О май гад! Все по Хичкоку. И тысячи людей побелели. В смысле, не то, что вы подумали, а от страха. Ну, в смысле, люди обкакались, а не птицы. Будем надеяться, что никого не смыло этой гусевой волной, потому что более глупую смерть, чем быть погребенным под гусями, придумать сложно. Стойте! Гусевая волна? Здесь нужен гусерфер! Я тут подумал, на этих гусях уместился бы целый батальон лягушек-путешественниц. Могли бы захватить Францию воздушным десантом и отомстить, наконец, этим чертовым гурманам. А после гусиного цунами мне осталось увидеть только кротовый вулкан. И это хорошо. Второе видео прислал Хетак 6. И в нем тайская девушка-гид рассказывает российским туристам о королевском дворце и его гостях. Прав короля только 12 лет, да. Господа, после Рама восьмого умер, да, девятый говорил, я и здесь не хочу. Ну что же, теперь я знаю, что у Таиланда интересная и сложная история, состоящая из огромного количества непонятных слов. Нет-нет, она безусловно молодец, старается все выговаривать. Я, например, про тайский знаю только то, что это массаж. Вроде бы. Но ее речь от этого понятнее не становится. Рама восьмого там убили. Рама восьмой убили. Тайцы, мы не знаем, кто убил Рама восьмой. Блин, она разговаривает, как врачи пишут. Кстати, может, все врачи в мире пишут по-тайски? Но вот дальше гид решает удивить. Глупая русская. 7 лет назад Владимир Путин. Знаете, да, кто это? Нет. Владимир Путин. Я не знаю, кто это. Может, румынский футболист какой-нибудь? А, точно! Это художник-авангардист. Тот, который кошек сзади рисует. Я 7 лет назад Владимир Путин видела прям живой. Самый красивый. Но он похож на Тайса. Почему? Почему? Рост его маленький. То есть, погодите, Путин не биоробот? Путин таец? Хотя одно другому не мешает на самом деле. Еще один человек похож на тайца, чем Владимир Путин. Я похож на тайца. Медведь. Кто это? Медведки. Еще меньше. Но красивый, без проблем. А, медведки. Ясно. Опередил меня. А еще, оказывается, к ним Обама приезжал. 18 числа ноября. Обама. Тоже был. Ой, не похоже. Потому что они маленькие. Только свет черный. Похоже на тайца. Да. А вы любите белых, поэтому да, не любите. Да, мы любим белые. Да? Потому что черный, когда темно, не видно. Азиатка-расист? Теперь я видел все. Кроме вулкана из кротов. И это хорошо. Эй, на третье у нас музыкальный клип. Сами понимаете, хороший клип This is хорошо не покажут. Так что крепитесь. Все дойдем до клабика, потанцуем крабика. Все дойдем до клабика, потанцуем крабика. Все дойдем до клабика, потанцуем крабика. Все дойдем до клабика, потанцуем. Давайте все сейчас сядем в круг. Возьмемся за виртуальные руки других пользователей интернета. И будем всей душой надеяться, что они шутят. Все дойдем до клабика, потанцуем крабика. Все дойдем до клабика, потанцуем крабика. До появления этого клипа я был уверен, что крабик — это вот так. Ну или хотя бы как-то так.
но нет. Я хочу до клабика, там танцуют крабика. Хочу, пойдем до клабика, потанцуем крабика. Я хочу до клабика, там танцуют крабика. Хочу, пойдем до клабика, потанцуем крабика. Я пойду в магазин, потанцую как пингвин. Цитирую Бальзака, танцую как собака. По полянке я бродил, танцевал как крокодил. Нифига себе. Я могу сочинять тексты для музыкальных хитов. Прощай, Ютуб! Здравствуй, прогнившая российская эстрада! Если серьезно, то когда исполнитель не может сделать ничего стоящего, он начинает делать вот такие вот крабьи фекалики. Ну, карма у каждого своя. В следующей жизни они сами рискуют реинкарнироваться в крабиков. Да и вообще, этот клип своим существованием задевает чувства членистоногих. Потому что это неправильно, когда членистоголовые танцуют танец членистоногих. Все дошли до клабика и танцуют крабика. Все дошли до клабика. Танцуют крабика. Все дошли до клабика и танцуют крабика. Все дошли до клабика и танцуют крабика. Мадемуазель, не соблаговолите ли выйти с моей скромной персоной на вечерний променад до клабика? Да полно вам, поручик, вы же снова после виста, когда танцы объявят, будете меня на крабика приглашать. А это же белый танец. И это хорошо! На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайк, видео на обзор сюда свои, это хорошо. Присылайте к нам на Яндекс.Почту. До вторника. Я обожаю интернет! Когда членистоголовый танцует... Что такое танцует? Я могу сочинять тексты для музыкальных хитов. Прощай, Ютуб! Здравствуй, прогнивший российский...